Нормально, оставайся. Он еще и куратор, и сап. Вообще просто мальчик бомбический. Да. Нельзя для бизнеса, только не можно. Зая, я тебя оставлю. Это... На голос не смотри, он молодой на самом деле. Ну и то, что Лунтина. Если что, волосы теперь садим. Волос. Голоса, но... А можно мне тогда более женственный голос сделать? Мне не нравится свой. Боже, успокойся, ной. Сад. Уже пару вижу однополых. Не болей. Те. Таблетку от головы противопоказаний нет. Держите аспиринчик. Примите, у меня все экзамены, лекции, присягу, где мне можно ждать вас. Кому? Мне? Ну, бывает. Музыкалки или что ты учишься? Нет, чё ты? О, кто вернулся к нам? Да я выше сидел. Ромка. Выше? Я чё тут? Я каким боком здесь вообще? А, стой, сейчас я тебе перекину, поговорим насчёт этого. Кого? Вообще просто секреты какие-то. Предлагаю Афанасова зафигачить пока он нет. Александр... Даже тайсера нету. А мы не можем? Блядь, мы не можем. Алекс, а можешь за руль сесть? Я кое-что покажу. Фокус один. Фокус? Да. Случайно мемыки. Сейчас фокус покажу. Нет, как ты такой фокус? Блин, блядь. Хочешь фокус покажу, а ты приземлись. Дай руль вертолёта, пожалуйста. Ну, он остановится и пришел. Я думаю, что он не слышит нас, он в Дискорде сидит. И когда он в Дискорде, он обычно игру мутит немного. Ну, типа, что? Сейчас. Она пошла к ним разбираться. Ёпта, что там делать? Фокус. Сейчас фокус покажу. Вертолет дымится, с тебя 1000. Опять дешевишь, просто. Фу, Алекс. Ладно, 10 тысяч в карман. Да он в прошлый раз такой, ну, 1000 с тебя. Ну, у меня ноги там появились, ура! У меня ноги появились. Нет. Вот фокус первый. Почему нет? Эу. Блин, ладно, не появились. Нет. Видимо, сейчас не только самолетом, естественно, нам. Если вертолёт дымится, ты мне косарь даёшь. Давай. Ладно, я фокус отменяю. Ну, он такой немножко душить может. О. Не дался, потому что... Да. А за это сейчас кишку побегаешь. Mm-mm. Ты во мне сомневаешься? Mm-mm-mm-mm-mm.
Сейчас... Ну, почти. Ва-ва-ва. А, может, ага. Ты Сакуру не знаешь? Она куратор, куратор. Сакура. Да, она а командир, а кто-то там. А. Ну вот, командир, говорю, новую поставили. Там, типа, были заявки, и только он подал заявку, ну и все, поэтому и взяли его. А Сакура. Ага, конечно, иди, все, спасибо. А нафига ты фропсишь, мне вот интересно. Проверю ее. Нафига ты фропсишь? Да просто, ну Мия, ну зачем? Он открывался, парашют открывался. Делали парашюты? Он открывался. Ой, умерла, ой. Лети на базу, мы проверим сейчас. Давай. Живая? Нет, я умерла, ты что, дурачок? Но я просто очень поздно его открыла. Если их сделали, это будет потрясающе, потому что я... Нет, прям... ты телепортнул ко мне, я с тобой поговорю на Эдине. Что? Я тебя сейчас заберу, и я тебя сейчас телепортну поговорить надо. Ладно. Я все еще...